В рамках экологического двухмесячника «Таза Казахстан» в Семее прошла акция «Подари дом птицам». Мероприятие состоялось на острове Бибичелек. Цель акции – воспитание бережного отношения к природе, формирование экологической культуры детей. С наступлением весны перелетные птицы возвращаются из теплых краев в родные места обитания. Пернатым друзьям подарить дом собрались школьники города. В акции участвовали не менее 150 человек. Среди них воспитанники детского дома и воспитанники интерната для слабовидящих, представители молодежных организаций, а также сотрудники областного детского биологического центра. Цель сегодняшнего мероприятия – призвать учащихся бережно относиться к природе, привить любовь к птицам, животным с раннего возраста. Прошел мастер-класс по изготовлению скворечников для птиц, в котором приняли участие все присутствующие. Готовые домики дети развешивают на деревьях. В этом им помогают учителя. В рамках мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению скворечников. Дети с интересом учились изготавливать домики для птиц. Таким образом, мы помогаем птицам найти свой дом. От имени образовательных учреждений приглашаем всех жителей принять участие в природоохранных мероприятиях, субботниках. Мы надеемся, что это будет большим примером для подрастающего поколения и хорошей возможностью рассказать о важности заботы о птицах и животных, и любви к природе. Участие в акции принял и аким Семея Нурбол Нурсагатов. Глава города не только поддержал участников мероприятия, но и помог советам юным школьникам, рассказав, как необходимо правильно крепить скворечники. Стоит отметить, изготовление скворечников благоприятно влияет на увеличение численности птиц. Это старинная и очень замечательная акция развешивания птичьих домиков. Она служит помощью восстановлению численности птиц, которые находятся в дуплах, проживают. Это, конечно же, скворцы, это синицы, трясогузки, мухоловки. И благодаря этой акции мы надеемся, что наш остров, численность птиц нашего острова увеличится в разы. И здесь каждая птица найдет свой домик в наших скворечниках. Благодаря мероприятию учащиеся учатся бережно относиться к природе. Я также своими руками изготовила скворечник. Надеюсь, птицам будет комфортно. Благодарю всех, кто участвует и не остается в стороне. Подобные мероприятия будут осуществляться на регулярной основе, чтобы не только укорениться в сердцах нашего народа, но и стать доброй традицией. Малика Мухтарова, Назирке Мурадхали, Аян Мухтарулы, телеканал «Семья».